Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Хейлер, и я приветствую вас на канале Хейлер Вижн. И сегодня мы с вами будем играть в игру, которую я вам обещал где-то месяц, наверное, уже назад, очень давно. Спор. Да, спор. Будем ностальгировать, потому что если вы не играли в спор, то это значит, что вам меньше 11, или... Да, меньше 11 глупая фраза, но как бы... Это так, люди, которым 11, еще могли ее застать в 2008. Хотя нет. Меньше 14-13, вот где-то так. Могли еще застать 13-14 лет. А все остальные должны были. Либо вам очень просто не повезло, и вы не смогли в нее поиграть в свое время. Но сейчас ее вообще легко скачать, купить. Лучше скачать, потому что это дешево. Скачать лучше, как скажу. А будем играть на таких плотоядных, агрессивных существ. Да, вот именно за таких, блин, вот прям вот угадали. Сложность стандартную ставим, максимум я играл. Давайте, еврей. Вот, у нас будет космический еврей потом. Вот. Наш еврей отправляется в путь. Вот он, еврей. И он сразу отправляется на поиски пищи. Да, этап клетки не очень сложный и довольно-таки скучный. Самый, конечно, по мне, интересный этап, это этап племени и космоса. Такие самые... Ну, мне больше всего нравится. Племя, потому что она такая, как интересная такая РТС, потому что все-таки цивилизация, где города, то это уже так. Там простая стратегия, когда играешь в цивилизацию за агрессивных чуваков. Просто докачиваешься, копишь пряностей и бомбишь всех боеголов. Это... Ах! Всегда найдется хищник побольше, да. Эй! Нет! Нет! Стойте, стойте! Погодите! Погодите! Ляха-муха. Фух. А, тут все скипнулось. Ну, тогда нормально. Так, мы, в принципе, уже можем шипы нацепить на себя. Ну, сейчас вот этого... малыша сожрем. Давай, мы сладенький. Хорошо. Ну и давайте еще вон то мясо поедим. Чтобы было 15 уж для красоты. Малыша сожрем, мясо поедим. Ну еще и вот то. Блин, вот настоящий я еврей все-таки, да. Хотя я не еврей. О, ну все, ну тут уж точно надо уже развиваться, а не деградировать. Вот какие-то большие твари уже плавают, но. Это ладно. Так, ну все, давайте, будь. Почему я снес? Я не хочу быть девочкой! Блин! Так, глаза оставим такие, это однозначно, это наша изюминка. Добавим только шипы. Вот так. О, да, детка. Вот это мощь, вот это я понимаю. Не, без глазового мы не будем делать это точно. Давайте перекрасим, что ли. А зачем? Голубой! А, это планета еврей. Блин, ну и вид евреи. Еврей. Ну, должна рассказывать, это будет более еврейская такая какая-нибудь. Не знаю, какая. Правда. Почему евреи у меня ассоциируются с чем-то черным, я не знаю. Пока нет таких нормальных расцветов. Ладно, пусть пока будет такая серая. А когда будет уже более материально, мы уже что-нибудь придумаем. Еврейская прям. Так. Вот он, наш еврей. А я всегда знал, что евреи плотоядные. Да-да. Супер шутка, конечно, сделал тут. Ах, да. Отлично. Три мяса упало нам. Проснулись, улыбнулись. Вы отхитили. И давайте доедать этих травоядных собак. Там я вижу нашего прямого конкурента за выживание, вот эту постоянную хрень. Ох! И конкурент довольно-таки сильный, я вам скажу. Блин, у него больше шипов, это нечестно, читер. Ты чё там ешь, раздел? Что это за хрень такой?
такие уж и большие, правда? Ну все. Сейчас начнем поедать. О, смотрите, кто у нас такой маленький тут плавает. А когда-то, понимаете, он был доминирующим над нами видом, а теперь он всего лишь блоха. Блин, стой. О, да, ускоритель. Сейчас мы его себе установим. Этот вид совершенно никак себя не защищает, кроме как бегством. А мы очень медлительны по сравнению с ними, но он слишком рано потерял бдительность. Поэтому до свидания, как говорится. Кружит меня, оп! И все. Ну и сейчас еще и, наверное. Ух ты! Тут такая наглость просто сейчас была. Я прям на этим взбешен. Стой! Ой, ты маленькая писка. Он быстрее меня, по-моему, нет? Смотрите, как он меня... Да ладно, пошел. Мелкая сошка. Так, ладно, давайте на 20-ти перейдемся. Да, я думаю, можно что-то назвать. Восхитительно, наверное. Оп. Вот и плод наших совместных стараний. Что ж. Как не хватает? Ну твою мать! Ну ладно, все половим. Давайте вон то. Хрен день. Оп, смотри, смотри. Кажется, травоядный. Ну блин, они слишком быстро. Вот это. Наши бьют! Давай, иди сюда! Как там тебя зовут? Ванник. Чего? Ой, че за хрень такая? Фрагментики. Это фигня реально страшная. Давайте его убьем. Милашка. Милашка, это что-то нифига не милашка. Наоборот, какой-то противный. Да я его колю, а он бессмертный. Я его ни за что не догоню, эти фигни. А вот этот маг. Смотри, он смотрите, он выбрасывает отравляющий за собой газ. То, что надо. Может, лучше яд, чем это ускоряет? Нафиг она нужна. Лучше яд. Правда, я не знаю, сколько он стоит. Хотя зачем он нам? Мы же хищники, нам нужно быть быстрыми. Поэтому будем копить на этот. На ускорялочку. Тем более осталось всего 2 очка ДНК. Да ладно, ты меня боишься, у тебя же тоже есть оружие. Ну что это какое-то? Давай подеремся. Он думал, он спасен, а эволюция подкралась незаметно. Отлично. Так, и призываем самку, и все. И ставим себе ускорение. Он всосал мою самку. Точнее, моего самца. Да, девочка, вообще, конечно, ну ладно. У нас уже позвоночник есть. Что я продал?
шипу случайно потом подожимать. Наш еврей готов. Вот. Теперь евреи могут не только... Ладно, дурацкая шутка. Сам придумал, сам выпустил, сам понял. Так вот он хочется профи. Довольны евреи жертвами, теперь они хищники. Фрагментом было очень плохо на этих хищников. О, вот там еще крутой этот фигни. Я просто хочу собрать фрагмент ради спортивного интереса. Не то, что... Ух ты, блин! Меня всосал. Я не по этим делам. У нас евреев это не приветствуется. Конечно, жалко то, что студию Максис распустили и то, что меня убили. Да, жалко, что студию Максис распустили. Таких бы шедевров могли понаделать. Но это все благодаря, как всегда, Electronic Arts. Терпеть их не могу. Мне нравятся их игры, но не их, так сказать, способ ведения дел. Но, знаете, он самый правильный. То, что лучше сделать кучу DLC, это... как бы больше тебе прибыли принесет, чем сделать одну игру и там не одно цельное DLC. Чем сделать одну и лучше. И проще выкупать компании, которые классные идеи имеют, чем придумывать свои собственные. Оп, какие развороты мы тут делаем. Пошли вон. Нет, фрагментик! Все, валим, валим, валим! О, это был такой хардкор. Да, это был хардкор. Отлично. А, так, и остался последний, это носик этих всеядных. Хоботок он называется. А почему он меня не ударил? Странно, но ладно. Свой интерес просто, как это зовут? Зубастик. Самца. Ладно. Хотя мне это не нравится. $25 тоже надо. Господи. Такое чувство, что цены эти тоже евреи составляют. Скорее всего, мы с вами увидим, когда Спор 2
концепция гениальная. Жалко, что никто пока почему-то не взялся повторить после них этого. Сожрали. Только второй раз умираем. Более-менее. Так, ну отлично. Может, хоть под конец мы получим. Опять такие, да, все евреи должны говорить такие. Это общепринятый стереотип. Детёныша ем. Да хорош. Да типа хватит. Так, все, ладно. Сейчас. Вопрос. Сколько евреев нужно, чтобы зажечь лампочку? Ответ. Всего 2. Все. Или. Так, ну мы прошли этап клетки. На этом, я думаю, можем мы с вами закончить. И двинуться на путь к разумной жизни в следующей серии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте и прочее. И на группу в Twitch, да, конечно. Подписывайтесь на группу в Twitch, главное. Я вот таких фигней никогда не видел, они видели только этого. Вас понял. Так, ну и в общем, где-то ставите 5 лайков, под этим видео будет следующее. Если вам кажется, что это видео скучное, так и есть. Потому что, если вам не кажется. Но это разминочное, так сказать. Самое начало, оно всегда скучное. Дальше будет интереснее, дальше там существа, и дальше так доиграемся мы с вами и до конца. С вами был Хейлер, всем пока-пока.